это та мастерская, о которой говорил Ивальди. Может, он уже здесь? Нашел достойные инструменты? А, эти сгодятся. Уже скоро они пойдут в ход. О, Имир, это что, Салакар? Не думал, что они и впрямь существуют. Мне знакомы все саги двергов, но я впервые слышу о... Так речи не о двергах. Значит, о светлых альвах? Лишь немногие ныне помнят Детей Света и их истории. Я помню. Когда Сурд напал на них, они просили о помощи. Но война с ванами только закончилась, и мне было тяжко. Лишь потом стало ясно, что Сурд пожрал души альвов, одну хук за другой. Может, именно из-за этого он восстает после смерти? Думаю, именно во время той войны он и прознал о Салакарах. Зачем они ему? Чьи хук сейчас в этом? Двух воинов. Один был сын Муспеля, другая Йотун. Больше ничьи? Верно, если речь о ценных хук. Чистая правда. Водишься с девами огня? С девами? Другой такой нет во всем Свартальфахиме. Позволь представить Эйсу, дочь Сурта, что предала его и стала мне другом. Годы берут свое, да, Хави? Что ты смогла узнать? Лишь слухи. Мой отец восстанавливает нечто могучее и большое, но я не представляю, что именно. И Салакар должен стать частью этого неизвестно чего? Вероятно. И он настолько важен, что отец, быть может, и правда согласится отдать твоего сына. Вернись к приемной матери. Устрой обмен. Да, и еще кое-что. Пусть оно лучше оберегает тебя. Синмара много странствует. Но коль скажешь, я отправлюсь к ней. Чем бы ни был Салакар, я украду его, когда спасу Бальдра. Зачем? Рагнарёк близок. У меня есть замыслы, но они ненадежны. Вдруг Салакар то, что мне нужно. Я хочу попытаться спасти всех, кто мне дорог. Даже тебя. Я не раскрою тайны Салакара один. Неподалеку должно быть убежище. Там те, кто может помочь мне. Я помню то место. Там живут крайне сварливые дверги. Скажи, что ты от меня. Любой дверг захочет помочь Ивальди. В Ангрине жили твои недруги, Синдри и Брок. Не знаю, тепло ли там вспомнят о тебе. Не смеши меня. Всем плевать на этих двоих. Я пойду следом, как соберу все необходимое. Одному мне с Салакаром точно не управиться.
Здравствуй. Я с посланием от Ивальди. А мне-то что? Поговори со старшим. Старшим? Да, старшим. Его Оглих кличут. Можно отвлечь тебя? Ивальди нужна помощь. Ха, мне плевать. Потолкую с Огляхом. Это глава вашей мастерской? Глава? Ха, нет, он за старшего, когда главы нет. Чего тебе? Я от Ивальди. Ему нужна помощь опытного мастера. Опытного, говоришь? Впрочем, решать не мне. Поговори с Броком или Синдри. Они живы? Где их искать? Не знаю. Синдри ушел искать приключений. Он это любит. Признаться, я давно его не видел. И долго его нет? Недели две. Тебя не тревожит то, что он пропал? Так это ведь не мое дело. А Брок? Пошел искать Синдри. Ха, вечно он переживает. Все не забудет, как оплошал при ковке Мьёльнира. Назови свое имя, и я передам все Броку, как увижу. Мое имя Хави из Асгарда. Хави из... О, Химер, это правда ты? Я вернусь ночью. А ты сходи за Ивальди. Он там, в старой мастерской. За тобой не следили? Он укусил меня трижды. В руку, потом в шею и прямо в глаз. Настоящий мастер все стерпел бы. Стерпел? Тот слепень был величиной с белку. С белку! Да начни меня тролль рвать на части, я все равно довершил бы труд. Это и есть мастерство. Это страсть. Это... Полная чушь. Мастер Брок, приятно видеть тебя здесь. А что твой брат? Ты нашел его? Да. Ты так и не сказал, где он сейчас. Насколько я знаю, Синдри ушел странствовать. Странствовать? Нет, нет, что ты. Он пошел за особым медом. Сказал, что ужас, как захотелось. За особым медом? Да, я так и сказал. За медом Сутунга? При чем тут этот промерзлый зануда? Если ты не помнишь, мы не в Йотунхейме. Я о том, который делают в одной пивоварне. Сладкий, словно... прямо очень сладкий, ясно? В общем, Синдри захотел его. Сказал, пропустит рог другой. И ушел. И с того дня прошло полмесяца. Говорил я ему, не ходи. Слишком много там турсов. Но он не послушал. Как взбредет что-то. Скажи, где эта пивоварня? В Эльтерпе, к юго-востоку, по ту сторону болота, сразу увидишь. Ты пойдешь за ним? Да, я найду его. А после вы оба поможете Ивальди с одним делом, которое важно для меня. Погоди, мы не... Славно, на то мы порешим. Да, тот слепень, это был Локи. Сам Тор не стерпел бы его укуса.
стоит отдать должное. Даже после всех своих бед у него хватает духа отправиться за лучшим медом с Вартальфахейма. Сладкий запах меда с примесью вони курсов и йогуров. Ну давай, пожалуйста, преимущество! Давай, сюда! Крепче! Много дней. Один след ведет внутрь, другой наружу. На этом молоте клеймо Синдри, а здесь мешочек жареных желудей. Здесь висела цепь. Судя по отметинам, подвешивали что-то тяжелое. Мне столько двергов пришлось таскать, что знаю, они совсем не пушинки. Это и есть особый мед Синдри. Лужи на полу такие, будто он не пил, а купался в нем.
Ну-ка, что тут у нас? У великанов здесь недалеко тюрьма. Называется Ярнсхюс. Сколько-то дней назад великаны поймали Синдри и затащили сюда, чтобы допросить. Отняли у него все вещи, даже жареные желуди. Никогда не пойму, за что дверги их любят. Попытались развязать ему язык медом, за которым он и пришел. Чуть не утопили его. Но убежище так и не тронули. Значит, Синдри был стоек и не выдал великанам, где оно находится. Вот его и утащили. В крови, пьяного вдрызг. Но живого. Скорее всего, его еще будут пытать. В великаней тюрьме Ярнсхюс. Туда-то я отправлюсь. Гнусное место. Даже Локи такого не пожелаю, несмотря ни на что. Похоже, Синдри провел здесь уже много дней. Надеюсь, еще не слишком поздно. Thank you.
живьем. Знаю это клеймо. Кто бы это ни был, его жестоко лишили хук. Чую, Салакар здесь накормили до отвала. Это первая жертва Кальдора, и этот амулет, этот символ. Синдри, голубец, и все из-за меда? Ах, дело сделано. Нужно вернуть тело Броку. Это Синдри. Благодать Дверга, даже такого как Синдри, не настолько ценна. Но Кальдор неспроста скормил Салакару хук разных существ. Йотунов, и огненных великанов, Двергов, может и еще кого. Кто это? О нет, не может быть. Мастер Брок. Я разделяю твое горе. Твой брат показал себя лучшим из Двергов. Ты даже не представляешь, насколько. Синдри! Нет! Синдри! Мой милый брат!
Снаружи все готовятся к похоронам. Удобный случай настроить Брока на нужный лад. Пора поговорить с Броком. Пользуются. Дверги изобрели хитрый способ пересечь озеро. Только что они пропали. Нужно найти способ утешить Брока и сделать его более сговорчивым. Раз. Зачем было лгать? Обещать спасти его! Я сказал, что найду его. Это не мой брат. Теперь уже нет. Что с ним случилось? Скажи мне. Скажи все. Еще на пути к деревне меня встретил рев. Будто рев раненого медведя. А вскоре на моих глазах завершился страшный бой. Синдри со всех сторон окружили великаны. Это он ревел, точно медведь. Да, у него был низкий голос. И он мастерски обращался с молотом и зубилом. Да, да! О, я так часто наблюдал за ним в мастерской! Великаны пали, Синдри убил их всех. Но потом... Один из них, как трус, подло ударил твоего брата в спину. Даже умирая, Синдри поднял зубило, метнул его и убил врага одним ударом. Попал точно промеж глаз. Синдри это сделал? Да будет записано так. Раз Синдри погиб, я срублю этот дуб. Не могу теперь и смотреть на него. Да где же они? Весель, что-то не так? Все не так. Мы хороним лучшего кузнеца и даже не можем положить с ним его инструменты. Были какие-то инструменты в Эльтерпе. Могу принести. Не надо, это запасные. Лучшие инструменты он далеко не уносил. Ясно. Неужели такие ценные инструменты потерялись? Потерялись? Не глупи. Их кто-то спрятал. Сам Синдри? Чтоб никто к ним не прикасался. В особенности Брок. Вот только теперь мы не можем их найти. И ты не знаешь, где они могут быть? Но в убежище их точно нет, в этом я уверен. Но они где-то рядом. Не удивлюсь, если где-то высоко. Мне казалось, дверги боятся высоты. Только не наш Синдри. Вечно он где-то лазил. Я вот люблю, чтобы ноги твердо стояли на земле. Так и должны. Не сейчас.
Мне нужно время. Я, конечно, люблю двергов, но им постоянно что-то от меня нужно. О, Локи, друг, предатель. Как же я хочу с тобой поговорить. Даже если снова будешь мне лгать. Синдри мог спрятать любимые инструменты. Где-нибудь повыше? Что ты видишь, Сюнин? Великолепное дерево. Это же любимый дуб Синдри. Наконец-то. Инструменты Синдри. Положить инструменты к останкам Синдри, пока не начались похороны. Теперь беды не случится. О, вижу, почему тебя считают богом. Лестные речи. Но заслуженные. Герои умирают, но не их наследие. Синдри был героем. И сегодня он пирует в Вальгале. Первый из своего народа. Ивальди пришел. От него может быть прок. Я здесь ради меда, а не болтовни. Ох уж эта любовь двергов к меду. Доставили вы мне с ней хлопот. Однако отнюдь не дверг перетряхнул пол Йотунхейма в поисках некоего меда. Да? Я такого не припоминаю. Друг, самое время для какого-нибудь красивого жеста. Например? Как величайший соперник Синдри, ты можешь сказать речь. Это бы... Отстань! Все мы должны порой идти на уступки. Я даже могу сочинить тебе речь. Время утешит страдающее сердце, подарит надежду, неподвластную смерти, превратит бурю горя в тихие воды мудрости. Это речь для Синдри или для Бальдра? Бальдр жив. Зачем ему такие речи? Конечно, прости, я не хотел. Ну, ты знаешь... Thank you.
Ладно, я скажу речь. Но на свой собственный лад, а не на твой. Дверги не любят поэзии. И речь можно будет держать только когда зажгутся все факелы. Кто знает, когда там дверги соберутся зажечь все факелы. Проще будет, если это сделаю я. Дверги даже оставили мне местечко. Для меня это большая честь. Мой брат настоящий мастер. Он... Я не любил Синдри, а он не любил меня. Но молотом орудовать умел. И зубилом, и пилой. И он знал, как работать с мехами. Говорят, лучше всех. Даже лучше меня. Брок, твой брат был прекрасным кузнецом. Я им восхищался. Мастер Брок, ты устроил Синдри отличное прощание. Он это заслужил. Но неужели он и правда пирует в Вальгалле? Правда. Мне было видение. Пойдем, прогуляемся. А теперь скажи мне, ты готов продолжить дело Синдри? Помощь Ивальди не была делом моего брата. Но борьба с Суртом была. За это его и убили. Его сгубило пристрастие к меду. Вылазка за медом требовала мужества. Это же прямой вызов власти Сурта. Как-то странно ты рассуждаешь. По мне так все ясно. Не припоминаю, чтобы я был тебе что-то должен. Поиск твоего брата едва не стоил мне жизни. И я снова иду на риск. Ради тебя и всего Свартальфахейма. Вздор! Ты ничего не делаешь без выгоды для себя. Я знаю, что тебе нужно. Я все знаю о твоем Бальдре. Я все слышал. Даже когда я в горе. Так что не притворяйся, что ты здесь ради нас. Ты предлагаешь мне забыть о собственном сыне ради вашего спасения? Ну, ты так говоришь, будто... Мне нужно время. Я потерял брата. Дай мне подумать. Ладно? Подумать. Thank you.
пришел в себя. Если нет, надо его подбодрить. До встречи. Голодные зверги могут так много гадить. Инструментов лучше этих ты нигде не найдешь. Не найду? Да я во сне лучше сделаю. Но мы да что союзники. Ты? И поэтому ты рыскал в развалинах старой мастерской. Да потому что огненные торсы все украли, тупица. Славно видеть, что вы ладите. Ну что, Брок, ты готов исполнить долг? А у меня есть выбор? Взбучка от Бога — последнее, что мне нужно. Надеюсь, это станет началом прекрасной дружбы. Мне нужны лучшие инструменты, чтобы изучить Салакар. А в этой мастерской их нет. Тьфу на тебя! У меня здесь куча отличных инструментов. Сомневаюсь. Если не знаешь, как чем-то пользоваться, просто спроси. Да это ты у меня будешь спрашивать, как своим... Зверги бронятся, как необычно. Эйса, ты вернулась. Ты водишься с девами огня? О нет, опять. Ну, какие вести? Моя мачеха упряма. Нельзя упорствовать, не вызвав подозрений. Она не проявила интереса? Интерес-то да. А вот желание... Я не понимаю. Салакар практически неразрушим. Чего не скажешь о тебе. Она хочет поймать меня, убить и забрать Салакар. Время на ее стороне. Что ж, нужно развеять ее заблуждение. И начать ей досаждать, пока она не выйдет из себя. Синмара собирается возглавить следующее вторжение. Если я нарушу ее планы, может, она захочет договориться? Звучит рискованно. Однажды мне удалось убить самого Имера. Думаешь, я боюсь риска? Ну, раз ты так говоришь. С чего мне начать? На Афальватмюльне моя мачеха собирает войско. В Йофурсмиде растят боевых зверей. И, наконец, в Дрекоторпе они хранят припасы. Я займусь всеми тремя. Я же тем временем вернусь в Эйтри. Сообщу, когда моя мачеха станет более... сговорчивой. Я вернусь, когда закончу. А вы должны узнать, для чего служит Салакар. Как голодные дверги могут так много гадить? Надо бы взяться за работу. Да.
Синмара собирает свое войско. Предстоит много трудов. Значит, именно здесь Синмара собирает свое войско.
Ты не
чего мы начнем? Эй, постой! Умрешь быстро! Даже лучше.
уже льешь слезы, Синмара? Это лишь малая часть расплаты за смерть Фрика. Свободу Без этих записей не будет новых зверей. Обойдешься без свинок, Синмара. Come on.
освобожу Бальдра, мы зажарим этих тварей и устроим пир. Значит, здесь великанша хранит свои бесценные припасы. Скоро воины Сурта останутся без еды и спарк для встречи. Нет выхода!
Когда есть я, теперь Сигмара будет сговорчивее и обменяет Бальдра на Салака, а потом мы с ним его выкрутим. Надеюсь, дверги разобрались, для чего предназначен Салакар. Вдруг от него зависит моя судьба. Рагнарёк неминуем. Его не предотвратить. Уж одно я знаю точно. Что невозможно, то невозможно. Хари. А, вот и ты. Планам Синмары конец. Надеюсь, ты знаешь, что делаешь. Это мне тебя следует спрашивать. Так что делает это устройство? Знать не знаю. Чтобы лопнуть этим альвам. Ни одной догадки? Ну, мы узнали, что там внутри куда больше силы, чем нам сказали. Что там? Начнем с того, что там, представь себе, сидит дверг. Мы его знаем? Нет, да это и не важно. Хук Двергов не настолько сильна. Даже моя. Ну так и что же в нем? Кто знает, но явно не только Мальви, Кальдер и какой-то там никчемный Дверг. Ладно. А что говорят легенды о назначении Салакаров? Хук наполняют их силой. Но нужны они, чтобы пускать в ход магию. И у каждого Салакара она была своя. Магия? То есть Сейд? Нет, магия альфов. Всеми забытая. Но не Суртом. Есть вести. От Девы Огня. Ну? Сработало. Синмара готова на обмен, лишь бы от тебя отделаться. И где? На мосту, ведущем Фейгард. Зажги маяк, и она придет с твоим мальчиком. Сила, что таится в Салакаре, не должна попасть в руки Сурта. Я верну его, но сперва Бальдер.